Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Люберецкой кадетской школе. В этом году в ряды сообщества вступили 33 ученика, которые показали хорошие результаты в учебе и примерное поведение. С новоиспеченными кадетами пообщалась наша съемочная группа. Чеканный шаг, строевая выправка и гордо поднятая голова. Теперь эти мальчишки и девчонки не просто ученики 5 класса. Они дали обещание с честью и достоинством носить звание кадета. Перед церемонией посвящения каждый из них прошел тщательную подготовку. И каждый из них понял, что значит быть в новом статусе. Ну, это значит вести себя не так, как другие. Кадет должен быть мужественным, достойным. Никогда не предавать себя, своих друзей, всегда вести себя вежливо, потому что таким надо быть. В этом году в ряды кадетского движения вступили 33 ученика. С важным этапом жизни их поздравили сотрудники школы и руководство городского округа Люберцы. Я искренне вам желаю, чтобы ваши планы, мечты на перспективу сбылись, чтобы вы свои знания приумножали телом и духом, вы совершенствовались и укреплялись. Традиция посвящения в кадеты родилась в учебном заведении 24 года назад. Стать частью большого дружного коллектива может не каждый. Это право надо заслужить. Хорошо учиться и быть дисциплинированным, потому что время на дисциплину у нас нет, на установку дисциплины. Ребенок должен очень четко понимать поставленные задачи и выполнять их. Помимо общих предметов, в программу кадетского образования входят плавание, строевая подготовка, хоровое пение и обучение танцам. На празднике воспитанники школы показали гостям свои умения, а новоиспеченные кадеты станцевали для них полонез. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.